Привет всем! Сегодня я предлагаю сделать поделки для детей непосед, тем, которым очень скучно сидеть за столом. Я думаю, эта поделка им понравится. Итак, для нее нам понадобится 4 ролла туалетной бумаги, и вот зеленая бумага и еще салфетка, но вы все это увидите. Итак, зеленую бумагу мы приклеиваем прямо на ролл, обворачиваем обыкновенным клеем. А это для головы, часть тоже ролла мы обрезали. Ширина головы зависит от вашего пожелания. Поуже, пошире, как хотите. Также обклеиваем зеленой бумагой. Можно опять-таки салфеткой, я говорю. Так, сделали эти части готовы. Теперь рисуем глаза. Из обыкновенных пластиковых пробочек от бутылок и с помощью черной акриловой краски мы рисуем глазки. Все материалы очень простые, и вы их можете всегда найти у себя в доме. Это салфетка зелененькая в горошек. Если, правда, я бы взяла салфетку с более мелким горошком, то она бы выглядела намного прикольнее. Это у нас, как вы догадываетесь, будет девочка-лягушечка. Так, вот тоже обклеиваю салфеткой ролл туалетной бумаги. Наношу теперь клей изнутри. И края очень легко и красиво заворачиваются, очень здорово приклеиваются. Все получается очень аккуратно и красиво. Так, эта часть тоже у нас готова. Для головы девочки я использую также зеленую бумагу. То есть я здесь уже не беру в горошек бумажку, салфетку. Так, все также вклеиваем хорошо. Вот, эта часть тоже готова. Теперь приступаем к сборке. Для того, чтобы установить лягушку, я придумала вот сделать такую подставку. Две обыкновенные пластиковые пробки. Мы сейчас делаем мальчика. Это белый и красный фон. Я вырезала импровизированный такой маленький галстучек. Теперь мы делаем рубашку. Посмотрите, как просто-просто с угла наискосок сделать такие надрезы, вырезать лишнее. Примерим. Так, вот так будет у нас смотреться. В общем, все здорово. Теперь осталось приклеить только. Наносим снова горячий клей. Фом прекрасно клеится ко всему. Очень удобный материал. Так, рубашечку приклеили, галстук приклеим немножко попозже. Теперь берем голову и вот видите, там где у нас шов, наносим сюда горячий клей. И таким образом мы этот шов спрячем. Приклеиваем его к нашей импровизированной рубашке. Теперь галстучек. Так, все. Теперь осталось добавить глазки. Также их мы приклеиваем на горячий клей. Один глаз, второй глаз. Все получилось отлично. Теперь добавим нос и широкую джентльменскую улыбочку. Прекрасный мальчик. А для девочки мы используем еще и цветочек. Также нарисуем ей носик, такую же красивую улыбку. Вот наши лягушата готовы. Можно складывать карандашики и авторучки. Я думаю, детишкам понравится. Если у вас есть девочки в семье, я рекомендую им посетить мой канал, где я делаю платье для кукол из бумаги. Дешево и просто. Просто кликните на картинку, и вы попадете прямо туда, куда вам нужно. Всего вам доброго!